Всем привет! И вот второе видео про BMW, да, то есть, как я говорил, это будет второй этаж. Здесь уже поднялись на второй этаж, и давайте посмотрим, что у нас здесь на втором этаже. Здесь, конечно, тоже есть свои красавицы, да, то есть BMW 4 серии, купешечка. Да, видите, здесь даже VIN-номер отображен, да, автоматика. 9 лямов стоит 894 тысячи рублей. Дорого это или нет, смотрите, определяйтесь уж, как говорится, сами, каждому свое, да, у кого-то в конце концов и ярд в месяц дохода, а у кого-то и 100 тысяч нету. Так что каждому по-своему, да. Но выглядит, да, что уж сказать, машина действительно, смотрите, она прекрасно выглядит. Согласны? Напишите ваше мнение в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал, сделайте репост, чтобы данные красотки видел как можно больше количество людей. Понятно, что не всем по карману, но ничего страшного. ZX5M, посмотрите, тоже сердитая такая, пятерочка. Прикольно, прикольно. А ценник как вам ее? X5M BMW-шечка. Computation M Special комплектация 20 миллионов 363 тысячи рублей. Посмотрите, какие диски. Посмотрите, что она из себя вообще представляет, да. К сожалению, да, данная машина закрыта на кнопку, то есть ее открыть невозможно на текущий момент. Подписывайтесь, снятись. Посмотрите. Глушители какие. 2x2. Класс, класс, смотрится. Что скажете о данном автомобиле? Здесь у нас еще один бумер, как и полагается. Прикольный, прикольный автомобиль. Что греха таить. Единственное, в данном моменте, да, почему-то они цену не указали. Почему, непонятно. Ну, к сожалению, я ходил, там очень многие переоценки идут, так как непонятно, что дальше будет с курсом, вообще с поставками. За 7. Приятный цвет, серый. Также классно. Ну, смотрите, у него все классное, и решетки, и диски. Ну, просто красавец. Вот просто бумер, да. Блин, это да, меня. Здесь уже цена идет 14 миллионов, как вы видите. 320 лошадок, объем 3 литра. 14 миллионов 913 тысяч. Посмотрите, посмотрите на нее. На него. Салон. Подставки для ног, чтоб удобнее было, эргономически все. На такой машине вообще не стыдно кому-либо подъехать, сказать, слушай, поехали, покатаемся. По-братски. Ну или не по-братски, там уже решите сами. Как вам такой салон? Как вам этот автомобиль? Наслаждайтесь, наслаждайтесь красотами машины. Приятно, приятное исполнение. И купив такую машину, вы точно будете знать, что далеко не у каждого будет такая машина в городе. Посмотрите, какой выхлоп, да, сделан. Слово паразит у меня это, да. X3. ZX3. Круть. Интересно, красиво. 387 лошадок. Бензин 3 литра, да, объем. 10 миллионов 54 тысячи, 55 тысяч. Покупая такие автомобили, вы уже автоматически выделяетесь. Как ни крути. Сел, ты понимаешь, что ты передвигаешься действительно на приличном автомобиле.
а не то, что всякие реношки, лады. Или возьмем какой-нибудь зазик, например. X3, M40i. Круть. Смотрите вот на это произведение искусства. Z8, 840D. Две выхлопных, красивые формы, которые сделаны в спортивном стиле. Классные колеса, диски. Ну это же обалденное. Вот посмотрите, просто посмотрите. Закрыто. Но я вам покажу салон, чтобы вы могли насладиться то, что внутри. Вы посмотрите, какая выделка, какая кожа, строчка. Какой руль шикарный. Вот это же автомобиль, он же крутой. Смотрите, как он выглядит снаружи, Z8. Ну вот ты видишь, что он прекрасен. Мне кажется, он крутой. Как вам кажется? Пока подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик и сделайте репост. Здесь у нас уже цена 13 987 000 по факту.